Тверские школы продолжают работу в обычном режиме. Конечно, часть учебного процесса в условиях непростой эпидемиологической обстановки остается выполнение всех санитарных требований. О том, как теперь проходит школьная жизнь, выяснила наша съемочная группа. Учебный процесс, как и прежде, подчинен четкому расписанию. Уроки, перемены, классные часы, питание в столовых. Однако сейчас за каждым классом закреплен свой кабинет, где ведется обучение. Каждое утро начинается с измерения температуры, а гигиена рук уже давно стала обычной практикой для учителей и учеников. Педагоги проводят с детьми беседы по гигиеническому воспитанию, причем все это в игровой форме, чтобы малыши легче воспринимали информацию. Пропеть любимую песенку, просчитать, если это первоклашки, они учатся счету до 5, до 10, пока вспенивается пена на ручках. Потом также сосчитать в обратном порядке, пока смывается пена. И получается, что вот это все разнообразит, и строгие меры уже становятся выполнимы, но со спокойствием и с творчеством, которое привносят педагоги. Учителя, как и прежде, проводят в классах динамические паузы и физкульт-минутки с использованием дыхательной и суставной гимнастики. Все это укрепляет иммунитет и предупреждает заболевания. Приготовили свои ручки. Пальчики поставили в замочек. Пальчики поставили в замочек. Показали вниз, вверх, стрельбу. А вот у педсостава на мысли о болезни просто не остается времени. Настолько много поставленных важных задач. Когда учитель входит в класс, начинается урок, и он помнит только про детей, про урок и про все то, что бывает в обычной деятельности нашей. Мы не разрешаем поселяться этим страхом, потому что мы понимаем, что мы должны учить детей. Это наша задача – сохранять спокойствие, быть максимально спокойными, иначе дети очень много считывают невербально. Каждый учитель чувствует ответственность. Каждый из нас на своем месте незаменим, поэтому болеть нельзя, и мы стараемся, конечно, не болеть. Поддерживать свой организм витаминами и вести уроки. Согласно статистике, которую ведут учителя, количество заболевших детей сейчас не превышает норму. Более того, в некоторых классах посещаемость стопроцентная. Собранность, дисциплина, соблюдение санитарных требований уже стали привычной частью школьной жизни и уверенно поддерживают образовательный процесс.